речь всегда является частью твоего имени, которое ты пишешь. Город – наш главный объект. Город – мы. Город – наша цель. Только максимально значимые стратегические места. Максимальная пропускная способность и поток. Нам не важен уровень пали. Чем больше риска, тем слаще победа. Мы будем там, где захотим. Мы будем делать, что захотим. Мы добьемся своего. Вандализм будет там. Наш город – наша Москва. Бабла с помощью публичного процесса создания граффити. Художники – жалкий инструмент, который используют для всего этого. Нет фестиваля, только чистый вандализм. Тут, блядь, полная хава. У меня все ровно.
Оксана! Оксана! Оксан! Оксана! Оксана! Абсурд, борьба, игра с бафом. За этим словом скрывается гораздо больше, чем закрасить кусок. Любое действие рождает противодействие. Больше бафа, больше вандализма. Нас не остановить. Намечаю новый кусок, гораздо большой. Ломаю баф, ломаю все, короче. Черный. Контур. Создаешь контраст в городе. Выделяешь буквы. Две руки. Покрывать, заливать, захватывать. Буквы. Русские. Читабельность. Именно кириллица. И только кириллица. Максимальная эффективность. Зачем? Слово, которое ты постоянно говоришь, произносишь сам, задаешься этим вопросом, отвечаешь на него. Зачем в тебе? Зачем в городе? Зачем чемпион? Перед началом бьется сердце, рвение вперед. И вот он, долгожданный процесс, взмахи руками, запах. Запах, который ты почувствуешь и знаешь всегда. Запах вандализма. Энергия. Совместный налет, захват, защитные минуты. Команда. Понимание без слов. Давайте, парни! Давайте! Сука, не важно, есть крас! Да скорее, давайте, ёпта! Нам свойственно деструктивное начало. Город принадлежит богатым и жирным. Только мэр может решать, где чему быть. Только правительство Москвы может портить вид столицы. Нет, это наши улицы, это наш ринг, это наш удар. Я здесь был, я тут написал свое имя. И попробуй запрети мне, сука. У нас же капчиков много, да? Это самое время для рисования. И ночь, короче, и вечер. Ты с кем? Вообще, с 12 градусов обнял. Весь, короче.
что такое? Спускаемся сейчас. Уже все доделали. Здравствуйте. Диггер, да? А там что делать сейчас? Диггер, они, насколько я понимаю, под землей лазят, да? Что там ищете? Ну, мне объясните, пожалуйста, что у вас слабых претензий никаких не было. Что конкретно вы там ищете? Ну ладно. Просто мы, сами понимаете, может быть... Что-то везде пишут про него, что нормально. Я помню, все полосатые, да. Ну ладно, не будем вас задерживать. Оксана, прости меня! Оксана! Оксана, черт возьми! Оксана! Оксана Анжела не моя! Оксана! 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 Болторезами, в спортодежде и масках. Это наш спорт. Чем круче место, чем больше адреналина, чем ближе опасность, тем интереснее игра. Мы не художники, нам не важна реакция зрителя. Уважение наших друзей мы получим через наши отношения друг к другу, а не за количество кусков. Охранник стоит на платформе и на нас смотрит, я не знаю. И он звонит по телефону, типа, слышь? Да? Ну посмотри, вон он тупо стоит сзади.
граффити перетекает в игру фотографий. Но фотография никогда не сравнится с эффектом от увиденного куска вживую, когда человек начинает испытывать реальные чувства от увиденного. Шок, недоумение, как, зачем. Ты находишься на высоте, когда люди пишут тебе, говорят, что видели ваши граффити тут и там. Кто замечать будет? А? Кто замечать будет? Я на меч. Можно, слушайте. Уже сейчас это, уже рано. Давай, давай. Мы готовы. Базар, вокзалы, вокзалы, барзалы, ты. И да всю нам уже понятно, бля. Девушка, девушка! Это вам. К вашим ногам. Я себе. Все? Да, да. Я привет. Захват. Дом, мост, машина, магазин. Это становится твоим. Ты захватываешь это, чувствуешь себя хозяином. Наутро, оказываясь там, ты испытываешь наивысшие чувства наслаждения тренерского карьера. Встречаем. Поехали!
спокойно. Ты напомнила лишние акты. От земли делаешь? Он просто прыгает на заборе и просто перед этим поворотом за чувак. Он вылетает в тачке, открывает дверь, просто стоит так ствол и стрелять в спину вот так вот. Стреляет чувака из отеги. Кто? Тупец такой. Сашку. Переходим при людях, блядь, знаешь, я просто в штанах читаю. Просто при всех пальцем, блядь, в жопу. Блядь, нас вот так за яйца он, блядь, схватил, блядь. Я совсем с кем базарил, никого никогда в жизни. Средство перемещения твоего граффити и твоего имени.
где именно в городе, по городу, живой механизм, черпи, завладеть им, написать его своим именем. Живой механизм, который передвигается, это основная суть. Именно эту цель преследовали черные в 70-х. В наше время это имеет смысл. Средство нулевой эффективности. Система четкого бафа убила эту возможность. Не говоря уже об электричках, лидерных поездах. Популярные модные сейчас. Думайтесь в определении. Пригороды. Именно пригород, а не город. Контингент, который видит твое граффити, это пригород, а не город. Поезд становится бессмысленностью, пустая трата времени. Контингент, который видит твое граффити, это пригород. Серебро, металл. Называй этот цвет как хочешь. Суть одна. Блеск, максимальное покрытие, быстрота высыхания. То, что нужно для максимального вандализма за минимальное время. Я чувствую блеск серебра на солнце. Цвет современного холодного мегаполиса. Он бросается в твои глаза. Его нельзя не заметить, пройти мимо, не обратить внимания, не запомниться. Thank you.
9, а 3. Блять, там сзади еще одна укуря. Слышу, а ой, если клянусь. Кириллица. Кириллица. Мы пишем по-русски, потому что хотим, чтобы город знал своих вандалов, а иностранцы знали, откуда мы родом. Нас будет четверо. 5 минут, не больше. Делаем слаженно, у нас помощь на рациях. Думаю, все будет круто. До встречи. Создаем. Вандализм – искусство разрушения. Разрушая, создаем. Разрушая, создаем. Да,
ДПСники соскочили, скажи. Мы выбрали нелегальную сторону вдалеке от политики, где нашли выход своим эмоциям, свое вдохновение и свой интерес. Но мы не хотим делать из себя гуру молодежного движения, не собираемся сочинять манифесты и брать в руки древко флага. Единственное, что мы можем советовать, это учиться делать самостоятельные выводы, а не впитывать мировоззрение, навязанное телевизионным ящиком. Все давно знают, что ТВ — это яд, и официальные СМИ лгут. Мы отказались от любых контактов с журналистами. По опыту нам известно, герои пера не смогут передать правильно наши взгляды и мысли из-за непрофессионализма, идиотизма или формата издания. Но мы не хотим разбираться в этой кухне, а тем более в ней вариться. Мы не рок-звезды, не клоуны из пробирки желтой прессы. Если мы что-то захотим обнародовать, мы сделаем это сами. Не влияем на чужие миражи. Случае будет пошире, потому что это очень длинно, то есть если да, это да. Такой ширины, то это ну, такой, короче, он длинный, широкий, ну короче, заебись он будет.
Забирал в квартиру, блядь, всю эту хуйню. И этот чувак вышел, короче, и тому, кто это все забрал, предъявляет, ты мне 1000 рублей должен. И телку за несколько секунд до того, пока он кончил, просто слетается. Это какая-то городская легенда. Это не городская легенда, братан, там город мусоров, там вот реально, я со всеми местными, с кем я общался, там ни на которые там дебоши и все остальное. Как бы каждая сидел минимум 5 суток. Там просто... Давай, что, все, вылечимся, сделаем как-то. Не, ну и здесь, чтобы вот то, что было. Своим. Что, я вот отсюда.